хочу рассказать на самом деле о пункте замещения и привести в пример телекоммуникации. Как мы себе это понимаем, вы начинали этот сервис свой еще до того, как появилось понятие импортозамещения, до всех этих вот модных уже нынче вещей. И когда это все появилось, мы стали думать, как нам в этом участвовать, участвовать ли вообще. И вот что мы тут такого для себя нарешали. То есть можно, ну, от чего-то могут отказаться, что-то можно повторить, либо создать следующее поколение чего-то. То есть понятно, что второй вариант кажется красивым и прекрасным. Берешь что-то западное, быстро копируешь и начинаешь быстро продавать. Вот сейчас мы посмотрим, как мы думали, что мы делали. Это все, по сути, наш пример, как мы развивались и к чему мы пришли. Давайте думать. Итак, государство сказало всем, ребята, вперед, мы готовы покупать. Кто что сделает. Делайте хорошо. Вот основной тренд, который будет в течение 5 лет. То есть нужно постоянно компаниям и государству нужно постоянно меняться, постоянно изменяться. Иначе как бы стоп. Например, Яндекс, наверное, всем хорошо известен. То есть, по сути, лидер рынка 10-летней давности в этом году был, по сути, пробный из-за того, что они просто не смогли адаптироваться. Коммуникация – это как индикатор. На самом деле коммуникация есть везде. Мы сейчас тоже с вами коммуницируем, правда, устно. Коммуникация есть там внутри, есть в любой компании. И изменение коммуникации ведет к изменениям вообще всего, на самом деле. Сейчас мы присутствуем при начале таких изменений, по сути. Смотрите, как работает коммуникация. То есть хаотические, есть иерархические коммуникации. То есть организация, вот эти шаблонные и формальные коммуникации есть в каждой организации. То есть мы пишем электронные письма, мы работаем в каких-то внутренних системах. Эти две системы между собой чаще всего совершенно не связаны. И плюс у нас появилась новая штука. Практически с Ярвином мы везде, где мы были, везде неформально пользуются мессенджерами. То есть это и государство, допустим, Минтопэнерго, казалось бы, мессенджеры, там, администрация Московской области, мессенджеры, то есть везде. Но это неофициально. Вы знаете, что всем запрещено государственным структурам пользоваться мессенджерами. Но, допустим, мы провели неофициальный тест с участковыми в Петербурге. Мы им загрузили, им выдали смартфоны, на которых как бы ничего нет, кроме телефона. Мы им загрузили свою систему и просили их попользоваться и сказать, что им нравится, что не нравится. И так далее. Вот смотрите, теперь мы переходим к тому, что нужно вообще от коммуникационной системы организации. Нужна скорость, адаптивность и структурированность. Все, больше ничего не нужно. То есть основные параметры. Но, к сожалению, вот этот каждый параметр решает отдельное решение. То есть нет таких решений, которые бы решали все. И вот как построен бизнес в организации. То есть выбирается какое-то одно решение, которое называется главным. Допустим, при государственных структурах это какая-то внутренняя система, самописная. На основании нее принимаются решения, на основании нее же происходит наказание и поощрение, скажем так. А остальные две используются по необходимости, то, что эти функции нету в той системе. Видите, пробелы это то, что данную систему нужно заполнять, дополнять и так далее. Коммерческие структуры чаще всего идут по второму пути, у них есть все. И поэтому сотрудники вынуждены дублировать информацию в разных системах, дополнять, дописывать, переписывать, доказывать. Существует что-то, что может все это улучшить. Понятно даже по этим рисункам. И это действительно появилось. Вот. Первое, третье направление, можно в качестве примеров привести использование ботов, это западный такой, очень громкий сейчас, громко себя заявляющий сервис, называется Slack. То есть что он сделал? Он придумал, как с ботами адаптировать разные сервисы. По сути, один сервис выступает такой главной системой, в которую отовсюду скачивается нужная информация. И как бы он владелец всей этой информации. В этой системе очень удобно работать программистам, и они во всем мире практически, ну, в Европе, в Америке особенно активно переходят на этот Slack. А вот то, что сделали мы, то четвертый тип коммуникационных сервисов, динамической коммуникации. Мы основной функционал группировали в одном месте и сказали наоборот, мы готовы функционалом из себя данными делиться вовне, то есть отдавать данные, отдавать их в CRM-системы, отдавать их в разные другие сервисы, потому что здесь происходит коммуникация, на основании которой принимаются решения. Почему? Потому что мессенджер он быстрый. То есть вы можете быстро внести до огромного количества людей нужную информацию, и она у них будет одинаковая. Вот что как бы сейчас на рынке происходит.
И давайте их сравним. Вот здесь, в принципе, все понятно. То есть вот первые два – это предыдущее поколение, третье, четвертое – то, что происходит сейчас. Ну, себя хвалить, конечно, не очень красиво. Но в целом, когда человек там, в сельской администрации, 45-летняя дама за час осваивает сервис современный, я считаю, что это хорошее достижение. И при этом мы ее не учим. То есть просто она сама, посмотрев видео, отвечает почти на все вопросы. Конечно, там бывают у них разные ситуации, но в целом так. Третий сервис освоить тяжело, потому что он программируемый, он нагруженный, много информации всевозможной, то есть разные совершенно подходы. Но давайте смотреть, что будет востребовано. Естественно, будет востребовано то, что работает быстрее, работает проще и в едином центре коммуникации находится, то есть в едином центре скапливается информация. И вот теперь мы возвращаемся к тому вопросу, первое про замещение. Казалось бы, вот второй вариант продать намного проще, но бизнесу этот вариант не нужен. А вот третий вариант можно продавать и бизнесу, и можно продавать государству. Что интересно, государство идет на такого рода решения достаточно активно. Мы не говорим, конечно, все, но очень активно, с очень большим интересом, потому что такого рода сервисы, они, конечно, очень ускоряют коммуникации в больших организациях, а ускорение коммуникации ведет к ускорению всех процессов. То есть ускорение коммуникации, процессы любые ускоряются внутри организации. Принятие решений, новые какие-то... И плюс эти все вещи, они позволяют убрать совещание о прошлом, потому что появляется центр, где скомпонована вся информация и контекст текста. То есть можно найти, что происходило там месяц назад, три месяца назад, и понять, почему та ситуация развилась не так, как она была запланирована. Большинство организаций тратит огромное время именно на совещание о прошлом, то есть выяснение ошибок. И плюс, конечно, проявляется весь персонал, как он работает, что он делает, кто нужен, кто не нужен, то есть снижение издержек и так далее. Поэтому мой совет всем, кто как бы заинтересован в импортозамещении, не идти в копирование, потому что копирование, оно ни к чему хорошему даже в ближайшей перспективе не приведет. Только создание нового и перспективного. Вот. Спасибо, презентацию можно скачать. Спасибо. Вот здесь.